небе, как зов задушевный, мерцают звезд золотые ресницы. Смотри, какая яркая звезда. И она совсем рядом. Не бойся. Эта яркая звезда только кажется рядом. А на самом деле свет ее добирался до нас тысячи лет. И мы с тобой видим только прошлый образ этой звезды. И свет всех звезд, которые ты видишь, несет только образы далекого прошлого. А разве можно увидеть прошлое? Люди всегда мечтали об этом. Так силой фантазии писателя Марка Твена 19 век встретился с 10-м. Короля Артура. Правильно. Но Марка Твена не интересовала, каким способом Янки оказался в прошлом. А вот герой писателя Герберта Уэллса уже конструировал машину времени. Припоминаешь? Все выдумка. Конечно, выдумка. Фантасты всех времен отправляли человека в прошлое и будущее. Но однажды жители маленького городка Центральной Европы стали свидетелями фантастического события. Высоко в небе, среди клубящихся облаков, возникла удивительная картина какого-то большого сражения. Долгое время церковь толковала все происшедшее как божественное знамение, чудо. Но это было не чудо, а редчайшее атмосферное явление, своеобразный мираж. Значительно позже ученые по сохранившимся историческим документам пришли к выводу, что это было знаменитое сражение при Ватерлоо. Получилось так. Потоки холодного и теплого воздуха расслоились.
и образовали в атмосфере гигантский световой тоннель с огромным воздушным зеркалом, в котором и увидели битву жители далекого от сражения городка. А световые волны унесли картину сражения дальше, в мировое пространство. Значит, со светом все уносится в пространство. Все-все. Правильно. И мы с тобой. И мы с тобой. Наши образы все время летят во Вселенной. Но если образ унесся в космос, его уже нельзя увидеть снова. Почему нельзя? Для этого на пути светового потока надо поставить... А! Зеркало! Правильно. В том месте, куда приближается сейчас изображение, надо поставить зеркало. И оно отразит нам это изображение. Вселенная сама не создаст нам такое зеркало. Но люди уже сумели построить в космосе телескоп, при помощи которого даже в деталях можно увидеть события, происходящие на планетах около далеких звезд. Сейчас наш корабль приближается к причальному блоку этого телескопа-гиганта. И мы с тобой увидим далекие миры. Сейчас я покажу тебе планету, очень похожую на нашу древнюю Землю. А почему там такие цвета? Но ведь там совсем другой состав атмосферы и другой спектр. То, что мы сейчас увидели, происходило на этой планете сотни тысяч лет назад. Сейчас там, возможно, такая же развитая цивилизация, как и на нашей Земле. Как бы мне хотелось увидеть и далекое прошлое нашей прекрасной Земли. А вот для этого далеко-далеко во Вселенной надо построить зеркало, которое могло бы вернуть нам образы далеких времен, летящие в межзвездных пространствах со скоростью света. Я вырасту и построю такое зеркало. И мы увидим свое прошлое. Правда? Правда. В небе, как зов задушевный, мерцают звезд золотые ресницы.